Всем привет, дамы и господа, с вами Герман Пермяков. Вы смотрите канал, инвестиционно обучающий канал Redline TV. И сегодня скажу, наверное, новость, которая, топовая, да, среди канала нашей тематики. Дело в том, что, у нас на канале, видите, где просматривается, конечно, и хайперская тематика, и, венчурная, и, тематика инновационных государств. То есть мы с вами, здесь показываем по электронной Эстонии, как можно быть гражданином электронной Эстонии. Мы говорим о Децентрионе, это криптовалютное государство. Мы говорим о Либерленде, это тоже криптовалютное государство, но уже с участком земли и немножко действующее на законе Либерти, на законе либертарианства. И сегодня есть такая топовая новость о том, что у электронной Эстонии появился конкурент. И самое главное, что, где бы вы думали, это недалеко от нас, от тех мест, где мы с вами проживаем, это электронный Азербайджан. Итак, программа e-резиденции у Азербайджана, это второе государство, которое решило давать электронное гражданство по всему миру. И давайте просто посмотрим краткую информацию о том, что же они запустили. Поехали. Первая в мире карта электронного гражданства Азербайджана вручена главе правительства Евросоюза. 24 октября 2018 года Центр анализа экономических реформ и связи и Министерство транспорта, связи и высоких технологий представили первую в мире в истории электронную резидентскую карту Азербайджана главе делегации ЕС Кястутусу Янкаускасу. Электронные e-residency, мобильные m-residency программы были запущены в Баку на мероприятии, посвященном строительству Digital Trade Hub в Азербайджане. Страна стала второй после Эстонии, которая запустила программу e-residency, направленную на предоставление простых, быстрых и надежных услуг иностранным инвесторам и предприятиям. Развитие электронного управления и электронных услуг в Азербайджане в течение многих лет поддерживались Европейским Союзом в рамках многочисленных проектов и технологической помощи. Я получаю эту первую азербайджанскую карту e-residency в качестве символического жеста намерения ваших стран продолжать строить и укреплять партнерские отношения с Европейским Союзом, направленные на укрепление наших связей, укрепление экономики на основе международных правил и прозрачности, а также контактов people to people, сказал Кястутис Янкаускас на церемонии. В своем выступлении на мероприятии Digital Trade Hub он предоставил недавно выпущенную коммуникацию ЕС под названием «Соединяя Европу и Азию», где Азербайджан может сыграть ключевую роль, а также итоги и планы встречи Евросоюза по восточному партнерству, посвященных продвижению более тесных взаимосвязей. Кроме того, господину Абдулазису Осману Аль-Твайхайри, генеральному директору ICESCO, была вручена первая азербайджанская карта M-Residence. Это мобильная резиденция, символизирующая роль Азербайджана как цифрового моста там между Европой и Азией. Коллеги, в общем, информация пока краткая. Ее, кстати, мы ее тоже переводили с помощью нашего агентства переводов Lingua24. Может быть, где-то есть уже в русскоязычном интернете на русском языке, но мы вот перевели. Но я смотрел, что вроде ее нет. Поэтому информация уникальная. 2949 сегодняшний пароль для тех, кто с нами играет наш квест и хочет получать свой Азовкоины. Напоминаю, что если смотрите на трех каналах нашего присутствия, получаете в 3 раза больше. Слушайте радио Азовская столица и смотрите Азов Capital TV в Инстаграме. Все, всем пока.